тяжелилась ко мне. Она другая, она вот ее нету. А, да, ее поменять надо. Ее поменять надо с этой. Поменять надо с этой. Вы поменяйте сейчас. Давай. Вот так. А то она трехногая. Так, брат, подашь мне второй томик? Вольно разойтись. Это 42-е? Коринфянам. Да, 42-е. Это, брат, тебе с кем писали. Это откуда-то скамейку-то взяли? Видите, она такая длинная. Да, не оттуда. Вот тут она стояла. Здесь. Или он ту поменяли. Мы тут, наверное, что-то делали. Нет, не ее. Это когда это тут все убирали, а потом заносили, неправильно поставили. А, вот коробка здесь. А, там лучше выставили. Так что, все зашли? Да нет, конечно. Кто приносит жертву угодную Богу, общительности с братьями? Заходим сюда. Из детской тоже все заходим. Заходим активнее. Чего, Любовь Николаевна, проходите. Царю небесный, утешителю души истины, и жизни весы, и вся исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися вны, и очистины от всякие скверны. И спаси, блаже души наша. Милостивый Господь, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Прибудь с нами, прости наши прегрешения. Даруй нам помышлять о горнем, искать Царствие Твоего Небесного. Господи, благослови нас. Тебе за все хвала. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Батюшка, вам слово. Благодарю всех за молитву. Слава Христу. Где был, благословенно и безо всяких пришествий, это, в пастырь вернулся. Был я в Туле у своего друга, брата отца Яна. Потом в Ростовской области был. Поехал там в Новочеркасск, и в этот день попали, как раз там привезли с Украины одного, значит, погибшего Дима Плотников. Вот, хоронили там как, ну, там были караул, там воинские, это все с почестями так, потом в храме его отпевали там. Вот, мы только видели, как это, мы пришли просто посмотреть, а попали как раз на эту всю церемонию. Панихида была там, ну, слова говорили, как он родный, где был, какие там, как погиб, где. Вот. Потом мы ездили в Белоруссию, в Могилев, там женский монастырь, там похоронены владыка тот, который меня рукополагал. Вот, побыли там мы вечером, долгая беседа была с монахинями, там всего их 15. Монахи вопросы задавали, после трапезы так сидели. Ну, люди новые еще, они никуда не выезжают, поэтому для них это как свежий воздух. Бывает. Ну, вопросы там отец Ян, что говорил, я говорил немного, что с ними беседовали, задавали вопросы. Ну, вот так вот. Потом я в Москве в двух храмах был. Отец Петр Михалев, вот с ним познакомились через интернет, он смотрит, участвует на этом сайте Железовой больницы. У него я был вечером и утром.
А 12 октября приглашал к себе настоятель американского подворья православной церкви. Там есть, значит, подворье называется Американская православная церковь. Не зарубежная, а Американская православная церковь. Вот это на Большой Ордынке храм великомученицы Екатерины. Великомученица Екатерина на школе называется храм. Вот там они выставили несколько, ну, на их сайте выставили там некоторые, значит, не все богослужение, конечно, кое-что. Можете зайти, найти, посмотреть. Вот. Значит, можете забить. Москва, храм Святой Великомученицы Екатерины на Сколе. На Сколе. Пойдем в Сколе, что такое? Может быть, я не знаю, может быть, это раньше поле было, там построили, его так называют. Храм Великомученицы Екатерины на Сколе. Улица Большая Ордынка, 60. Это почти центр Москвы. Там были, служили, значит, мы были. Ну вот так вот, в общем-то. После я посещал там кого больных, которую нашу посетил Раису Николаевну Блинникову. Да. Пришел я, открыла, значит, а открыть не могла, там домофон надо, а домофон не работает, потом уже по телефону позвонил. Она отвечает, что домофон у нас сломанный. Оказалось, что она как-то оставила дома одну, пошла куда-то. Она, видно, выйти хотела. И домофон сломала, и ручку от дверей там отломила. То есть она очень больная такая уже. Она ее боится одну оставлять даже дома. Там окна загораживает. Она не узнала. Она меня так до конца не узнала. Вначале, ох, а потом посидим, поразговариваем. Вот, а ты откуда, кто ты будешь, откуда приехал? Да с Потеряевки, отец Аким, в Потеряевке. Ты где живешь? Да в Потеряевке я живу. Барнауле опять. А ты где живешь? Да я не знаю, где я живу. Да ты ж в Москве же. В Москве, а мне никто не говорил, что я в Москве живу. Ну вот так, так она и не видит, совсем не видит. Да. В тяжелом состоянии. Но с ней дочь Вера. Она говорит, уж прям говорит, хоть бы мне терпение, говорит, дал Бог это все. Ну вот так вот. Ну я там побыл, может быть, час так. Что там? Больше-то с Верой поговорили. С ней-то ничего, нельзя поговорить. Она вопрос задает, а где мой Блинников? А муж, где муж я находится? Где Блинников? Да я говорю, да Бог даст, может, увидишься еще. Да, ну, может быть. Вот так вот. Ну, такое, ничего там нет. А дочь-то к Вере как-то? А? Дочь к Вере как-то относится? Ну, она, по-моему, нет, она так и разговаривает. Нет, она как-то так. Это... И она не ходит в храм? Не ходит она в храм, да, не ходит в храм, но... Ну, вот так она с матерью там. Ну и все, так, так больше что там уже других. Кто был у других, там тоже больных был, которых вы не знаете просто. У них сын больной. Сыну через 14 лет, он больной как... Ну там Дауна, что ли, пока маленький был, а сейчас большой, он агрессивный характер. Очень. Там с ним вообще он неуправляемый. Он может. Окно открыло, в окно стулья давай выбрасывать стулья в окно. Стулья попали на машины. Там побили машину. Родителям теперь за это, за ремонт надо платить. Вот такое там. У кого это? Вы не знаете. Это, может быть, Виктор Андреевич знает. Светлана и Михаил. Мы у них, кажется, ночевали. Да вы что? Да. Молиться-то за кого? Вот. Да. Отрок Иоанн. Иоанн болящий. Вот такие. Как это, как трудно-то, они постоянно. Ну, как-то вводят в какую-то школу его там, как это, ну что там. Он как следует не разговаривает, и, а сила в нем. Там он сильный такой, да. Дома что там, вот, там разбил люстра была, разбил люстру там и другое, что-то, все. Прятает постоянно, нельзя оставить ни на минуту одного. Ну вот такие вот и есть еще. Значит, я у них побыл. Вот, мы знакомы по Америке. Мы когда были в Америке, то они нас приняли, и мы там у них ночевали несколько ночей. Она вышла замуж за американца. Но
них сейчас трудности стали прерывать. Он работал в американской какой-то фирме, жил здесь в России, а ну, компьютер работал, все. А когда это не стали, или приезжающий, или увольняющий. Он не приехал вовремя, его уволили, сейчас без работы. Работу в Москве очень трудно найти, ему уже 46 лет, так, наверное, да. Это одно, теперь он не в совершенстве знает русский язык. Разговаривает, но так это плохо. Где-то, чтобы хорошо, нет этого. И в этом еще затруднение. Это Михаил? Да, Михаил. Ну вот теперь не знаю, что обратно уехать. Поехали они весной, поехали в Америку, думают, там он устроится, чтобы. А приехали, Америка-то, говорит, другая совсем. Стало, как они уже 10 лет здесь. Америки той, говорит, уже нет. И отношения другое, и это... Друзья были, говорят, друзья там были, а теперь, когда приехали, а вы как там с этими событиями? Да мы вот так, и все, и даже и не здороваются, руки не подают. Вот такое все, значит. Ну, ну вот, вот так вот, ну и все здесь. Больше было я у родных ночевал ночи 4. Сноха у меня старшего брата, жена, 99 лет. Но в памяти все, всех спрашивают у нас. Про сестер, про братьев всех спрашивают, по именам называют. Кто там, а как Таня, как там Марфа, как Валентина. Всех, все спрашивают. Читает книги, это сноха-то, жена племянника, подкладывает им книги. Там, то про Александра Невского ей положила, вот там, другие там маленькие брошюрки. Она, смотрю, читает, очки наденет, читает, сидит, читает. А сын подшучивает, говорит, ты заметь. А та комната небольшая, с одной ее диван, на другой стороне там мой диван был. Ты, говорит, посмотри на страницу, переворачивает или нет? Я говорю, я начну следить, а что, прям уставший. Только пока последим, может, минуту, я потом уже сразу проваливаюсь, засыпаю. Не могу никак уследить, переворачивает на страницу или нет. Вот так вот, нет. Тоже там, хоть она и такая, а тоже там что-то... Вытворить такое, что это зачем ты сделала? Я? Не, это не я сделал. Да как его? Больше никого не было. Ты одна была. Я это не могу этого сделать. Вот, не дай. 99 лет. В России у нас за 100 лет 37 тысяч. Которым больше 100 лет. Там много. Вот. А которых за 90 лет 700 тысяч. На Россию житель. Это официально по телевизору. Там высмотрел, я показывал. Вот так. Вот еще. Долгожители у нас. За 80 еще больше. Но. Ну, так, но она, видать, она хранила свои нервы. Брат был такой, что он редко трезво приходил с работы. Она никогда не ругалась. Ничего. Я говорю, Мария, ты что хоть на... А зачем, говорит, я буду все? Нервы зря тратить. Он все равно, говорит, нет. Где-нибудь такой, и все, она спокойно. Да. И все. Он умер 2 месяца до 60 лет не дожил. Вот. А она вот уже 99-й год доживает. 29 января будет, 99. Береги нервы, Лена. Да. А я то, что там. Ну, все, поездки. Все рассказал так, вкратце, хотя подробности там уже что. Ну, как отец Иоанн там? Ну, как, ничего. Ему делали операцию, делали это, удалили этот желчный пузырь. Да, да, да. Там были у него беспокоя. Ничего, нормально. Сейчас он нормально там. Вот. Ну, все, он храм там достраивает, еще так внутри благоустроения. Вот, в храме там. У него большой этот участок земли, там они сделали, как это все, насадили этих елок разных и все там, да. Такой, да, храм-то за городом, один в городе на кладбище кладбищенске, а другой в деревне. И которую деревню достраивает-то? Ну да, ну так уже внутри, он уже достроен, освященный, в прошлом году освещали. Ну, вот. С книгой у него получилась книга, он пошел, хотел, значит, чтобы получить благословение от митрополита своего, чтобы можно тогда было подать в совет и уже под этим как грифом мог напечатать. Так, ну, напечатал он, допустим, 200 штук. 200 штук, и она выходит одна книга 700 рублей по затраченной цене. Только это не прибавляет, а то, что затрачено.
Вот. А если там больше, она будет дешевле там выходить. Наполовину и больше дешевле будет. Но они, говорит, собрали совет. Митрополит был, епископ один был. И их там человек, наверное, 10 было. Там благочинные, чинные все. Условие одно ставят. Измени фамилию Лапкин. Чтобы фамилии Лапкин не было в книге. Он говорит, я как изменю? Ну, там начинается первый рассказик. Он взял, я ему рассказал, как меня дед Паисей за непочитание старших наказал. Слышали это? Он жил здесь, считай, посередине деревни. Я как-то со школы иду, мне, может быть, во втором классе было сейчас, или в первом даже, может быть. А он стоит, он такой, борода так была. Я мимо пробегаю, даже я не заметил как бы его. Только он говорит, ну-ка, молодец, вернись-ка. Я вернулся, он у него за ухо, так ухо мне штопором зажал. Ну-ка, вернись и пройди как надо. Почему не здороваешься со старшими? Ну, я вернулся, обратно иду, кепку снял, поклонился. Деду Паисей, добрый день. Он шляпу приподнял, так тоже поклонился. Добрый день, молодец. Я пошел, опять вернись. Я думаю, не другой, нет. Отец вечером будет дома. Ну, отец днем-то на степи у нас, он пастухом. Расскажи отцу, что я тебе это ухо-то накрасил. Да. Я думаю, сейчас. Расскажи дядьке, он не ухо накрутит, а другое место. Все. Так вот этот рассказик-то, его убрать надо. Это, понимаете, это насилие над ребенком. Вот. Понимаете, что это нарушение прав ребенка. Вот этот рассказик надо убрать. Он говорит, ну как? Это же, а что, говорит, лучше сегодня, говорит, иду, говорит, там стоят, говорит, совсем школьники. Курят. Курят и мат-перемат. И девчонки, это, говорит, это что? Лучше это. Ну, это. Там фотография, он где-то в одном месте, там фотография, ты не узнаешь даже, кто это. Подумал, что это я, это, кажется, Игнатий. Там он. Убери эту фотографию. Чтоб не было фотографии. Ну и дальше об этом. Фамилию, он говорит, как я уберу фамилию, какой я изменю фамилию? Мы, говорит, 42 года дружим, у него нет никаких, он приезжает ко мне, говорит, мы знаем друг друга 42 года. Вот. И с чего ради-то, как я? Ну, замени на другую фамилию, значит, придашь другую фамилию какую-то. И вот, и на этом, ну и все. На этом, он говорит, нет, я, говорит, это, на это не пойду. Вот. Но я-то не был. Он приезжает, когда рассказывает и говорит, я, наверное, что, изменю твою фамилию тогда это? Он испытывает меня. Я говорю, ну так ты автор, я-то при чем? Я там ни при чем. Пожалуйста, ставь мне любую, я что, я на это не обижусь на тебя. Не понимаю, она меня. А, ну ладно, я-то вроде меня испытаешь, как я отношусь к этому. Я говорю, пожалуйста, твои труды, там твоя книга. Я только рассказал тебе, что, а там ты. Можешь сказать, Ефремов или Петров фамилию. Ну и вот и все. Сейчас он там это. А получилось, как и все, я дорога, это здесь, в Барнауле. Смотрю, когда идти на посадку, там смотрят, смотрю, батюшка какой-то там это. Ну, не подойдешь так сразу-то как-то. Я потом уже, когда прошли контроль-то, вышли. И так, я смотрю, они сели, с ним один человек еще, они сели. Ну я поближе сел на скамейку, я думаю, что это. И он снимает скуфейку, ну там сходить по делу, значит, ему надо. Снимает крест, я не видел крест или что, и скуфейку доложит, а этот вот так вот держит, и он открыт. А я потихоньку закрыл, вижу, что там не крест, а по ноге. Значит, это епископ. Ну и вот когда пришел, я тогда под благословение подошел к нему, что он епископ Елисей. Урюпинский, Волгоградская епархия, это митрополия. Урюпинский. Вот. Я говорю, патриарх Яким Лапкин. Он, Лапкин? Ага, ты книги, это ты книги пишешь? Я-то еще не знаю, о чем. Я говорю, да нет, это брат у меня книги пишет. Я говорю, нет, я не писатель. Брат, говорю, у меня писатель, там, пишет книги. А он достает книгу-то из своего портфеля-то. А он был здесь, был, значит, праздник воскресенья. Алтайских святых, да, исповедников. Да. И, видать, он Сергий его приглашал к себе. Вот. Он достает из этой книгу, которую я подарил этому владыке Сергию, эту книгу, которую ты сам написал-то. А он и подарил ему эту книгу, отдарил, значит.
он эту книгу достает. Вот здесь, говорит, вот это про тебя, говорит, ну это про меня, но это священник пишет, это даже не я, это Лапкин. И вот так мы познакомились. Я, говорит, интересно, я, говорит, уже больше половины прочитал, говорит, вот пока здесь гостил в Барнауле уже, больше половины книги прочитал. Интересно, говорит, рассказы такие-то, поучительные есть хорошие. Ну и вот так мы познакомились, он там, вот. Я попросил, говорю, владыка, вы прочитайте, можете потом как-то написать или там позвонить, что какое ваше мнение, как бы вы одобрили? Так я вот половину прочитал, пока еще ничего не нашел. Но они когда там на собрании-то, они разговаривают, они знают такого. Мне даже спрашивают, а в каком сане-то Лапкин-то? Ну, этот отец Иоанн отвечает, ну, отец таким протоиерей? Да нет, тот брат-то вот. Он говорит, он никакой, он мирянин, у него нет сана, никакого сана нет. Он просто миссионер, проповедник, и все. Вот, кто-то там выступает, говорит, да вот там вот, вот он пишет, так вот, недружелюбно называется о патриархе, там, о священниках, вот это, и об епископах. Вся вина в том, что плохо отзывается о священниках и епископах. В этом только вина, что надо... Хвалил бы, чтобы было, тогда это все прошло. Там остальные рассказывают хоть чего, но нигде, чтобы не упоминалось об этом. А там-то ничего нет об этом. Только одно имя даже это. И то, фамилия и та просто покоя не дает людям. Понимаете? Люди за такие занимаются, и вот это... Ну, сейчас не знаю, что. Отец говорит, я, говорит, не буду. Да, а он потом, почему ты такой упор не хочешь? Говорит, да я, говорит, если отступлюсь, вы же потом меня за это будете еще и ненавидеть. Что я, значит, поддался в этом. Здесь ничего, преступления никакого нет. Никаких канонов не нарушаются, ни заповеди. Ни, чего ради-то? Нет, говорит. Я, говорит, буду дальше. Там, где. Осипов, прочитал, Осипов дал одобрительное положение. Не все, говорит, нет ничего здесь такого предосудительного. Не, вполне, говорит, можно ее... пускать в этот... Печать. Да, да. Ну, вот, вот такое, значит, священник Божий говорит. Так что что-то есть фамилия одна. Одной фамилии напугались. Не что-то, не видали, не встречались, ничего, а фамилия. Только где-то кто-то слышал. И мне показывают ролик. Был я еще у другого племянника, там у Арсения. Там была и сестра с мужем были, Ирина с Михаилом. Показывали мне ролик. Значит, там беседуют два священника томские сидят. И с ними вызвали они Виктор Скуратовский с Америки. Он бывший баптист, был баптист, потом в православии. И вот они с ним. Значит, что ты скажешь там от, с Игнатием? Я с ним знаком, он говорит там, ну что ты. И вот он начал рассказывать, все рассказывает, как он был. Он был, значит, вот как обратился. Игнатий все это, в какой семье воспитывался, обратился там Евангелие у баптистов, пятидесятников, значит, первый раз получил Евангелие в этом. Ну и вот, и все. И ничего, он что говорит, а ничего нету компрометирующего такого-то, он ничего сказать-то не может. Вот, ну вот он вроде возомнил о себе, как это, чуть ли не пророком вроде бы, в это. Как вот унизить что. Но и дальше опять. Но он хорошо, значит, знает толкование священного писания, священного писания, святых отцов. И дальше опять начинает и все говорит. Да, такое, не против. Они хотели что-то. А он сказать-то ничего не может. Что он? За, знакомый, заочно знакомый. Скуратовский-то? Да. По этому было. По скайпу. По скайпу, по интернету, все. Вот. А они потом начинают, два сидят, я фамилии не знаю, это можно ролик-то найти, там даже есть. Сергей Дудин. Ну, там Дудин, наверное, да, он там, вот сейчас это, миссионерский какой-то этот совет там возглавляет. Они два сидят в наушниках, и вот они разговаривают. Да вот, тоже начали говорить, а ничего сказать не могут такого, чтобы, ну, сказать, да, там, еретического там нет. Да, вот он, там вот, это, у них вот община там в общине что-то... такие там порядки, ну а что это, плохо порядки, ничего нету такого. Ну и так они ничего, и беседу послушали, я уже хватит, говорю, ничего они не могут сказать, найти-то ничего нет. Ну вот такое еще было. Это ну, давно все. Старый. Ролики смотрят там, даже те, кто и в храм не ходит,
Я, говорит, смотрю, вот это что, узнали там, смотрели, что о наших там судебных делах, с березками-то этим. Все, все тоже. Ну и как, да что, ну я рассказываю, как суд закончился, как с судьей мы там попрощались, как первые его заинтересовали сапоги, Игнатий Тихонович. Откуда, говорит, у вас эти сапоги? Вот тогда я перевел, он давай мне объяснять, откуда сапоги у него. А он там судья еще, так и что вы все это так их и носите? Я говорю, что я ответил, а вот Игнатий нет. Я говорю, да он только их по праздникам надевает, а вот к вам сегодня ехать, как на праздник он опять их надел. Но надо было начистить, чтобы блестели, они у него там головки-то уже относившиеся, белые. Ну, вот так вот. Ну, больше так ничего такого нет, все благополучно. Слава Богу, что погода была очень хорошая везде. Только по Москве ходить, я пойду, похожу, к вечеру возвращаюсь, еле-еле до дома дойду, и до того усталость там какая, народу везде полно. А народу, если я сейчас наблюдаю, что больше, по-моему, там уже не москвичей, а этих... Пришлых. Пришлых, таджики, узбеки. Везет меня на такси до метро, он хотел до... Этот, племянник говорит... До вокзала, я говорю, не надо до вокзала, там будут пробки в городе, я могу опоздать просто, нет. Ну тогда я тебе до такси уеду на этом, но нет, но вызвал такси. Вызвал такси он, значит, там до метро 250 рублей, он мне, племянник, 250 рублей дал, чтобы я рассчитался. Я этому наказываю, смотри, батюшка довези, чтобы хорошо, а то я позвоню туда где-то. Вот, ну да ладно, ну сели когда, а вон это... Ведет машину, ты спрашиваешь, а можно вас спросить, я говорю, спрашивайте. А вот пьянство, это грех большой или нет? Я говорю, пьяница Царство Божие не наследует. Вот. Так это что, совсем нельзя пить? Совсем не сказано, что пить нельзя. А наказано, что пьянство. Борьба идет не против вина. Господь благословил вино, а пьянство именно. Что? Ну да, ну я понял. Или его это что-то беспокоило, но больше... Так, ничего, я спросил, как имя. Так, нужно было заплатить 230 рублей, поэтому. Но у меня это 250 рублей, я ему отдаю. Вот, он 50 рублей назад возвращает. Я говорю, так ты это что-то... Ладно, все, это батюшка, вот это. А я потом племяннику позвоню, говорю, так и так, этот таксист, а мне, говорю, только 200 рублей взял. Вот, а 50 рублей ты их вернул назад. О, тогда я, говорит, позвоню в это, что, значит, хорошо, да, хорошо, что, как бы, благодарность, что ему дали, говорит. Ну, да, ну, вот так вот. Может, ему там, наоборот, нагоняй сделают? Нет, что довез, хорошо, он не будет говорить, что деньги там вернул. Своё отдало. Да. Ну, да. Ну, вот так вот. Сегодня я на автобусе, думаю, доехать там, пока дорога еще есть, встретят меня. Ко мне какие еще вопросы есть? Слава Богу. Можно, дочка? Давай. Вы сегодня новую молитву, последняя там сугубо и я была, я так понял. И там в конце, ну, я понимаю, новые веяния и так далее. Ну, все как бы это уже было у нас. И там опять это, что все убиенных, и дай им, Господи, царство там Твое небесное и так далее. Может быть, надо... что-то добавить там. Прощение грехов. Не царствование, а прощение грехов. А, ну, прощение грехов там. Ну, и как бы это такое просто как пояснение. То есть, ну, опять на те же грабли наступаем, которые у нас были. Какие? Ну, 14-го года, я имею в виду. И а там что? Потом революция пошла. Так, ты хочешь свою молитву составь, и мы тогда будем по твоей молитве молиться. Ну, это было бы неплохо, что по моей... Я просто к тому, может быть, что-то добавить опять. Составляли, мне дали там, я взял там. Чтобы было такое, я убрал, ничего там нет такого. Пропросим, чтобы было. А что ты думаешь, что? Ну, после смерти оставить грехи невозможно, они умерли уже. Да это не в твоей власти, это не в моей власти, не в твоей, это власти Господа. Мы так, не знаем. Мы не знаем последнего это, и как это, что было, кто это были. Ну, взяли сейчас наших верующих, братья верующие там пойдут. Что? Ну, там другой разговор. Другой разговор. Они еще живые. Ты что будешь мертвых перебирать, а что их покаяние, а он... Покаялся, он молился или нет? Вот и как бы, какое-то надо, ну, дополнение, вы прям секретари к Богу напрашиваетесь. Прям вот, Господи, я буду
следить, чтобы никто не прошел там такое-то. Лишний. Да Бог будет судить, да не мы. Понимаешь ты или нет? Этого не надо так. Вы уже здесь на земле берете суд себе. Раз уже ты задал это, вот я скажу еще. Не судите никак, написано в бочке. Да, не судите, не судьмы будете. Я последний раз посмотрел ваше собрание. Я думаю, ну, то ли не понимают, или специально. Ну зачем вам это нужно? Судить других. Да не просто судить, а даже с проклятиями, с какими-то на московскую патриархию. Вы на самом деле что? Вы, совсем обезумели или что? Вам не хватает что-то о другом поговорить или что? Вы каждый раз почти это трясете. Я родился в московской патриархии как священник. А то, что было зарубежное, это было просто вынуждено, единично такое. И не потому, что что-то там мы выискивали, что недействительно или что было. Это потом стали уже другие наворачивать, там экуменизм, там эту декларацию. А первый переход, там были, об этом разговора не было. Было только там, получилось, что несогласие с епископом, который творил. В то время это, может, было единственное, когда была комиссия синода по нашим заявлениям о нарушении канонических правил епископа. Вот что было. И мы не согласны, поэтому 6 сразу вышли. Я хотел на стройку идти работать, а потом кто-то из них даже... Есть, говорит, зарубежная православная церковь. Никогда не слыхали о ней. Дали адрес. Я в Москве нашел епископа. Он мне показал вставленные грамоты, кто его рукополагал, епископы. Антоний. Один, другой Антоний, это они уж покойные сейчас. Женевский там и Сан-Франциский были. Все нормально было. Вот. А сегодня, если вы так, я встречался, значит, сегодня там членом, значит, зарубежной церкви, раньше были знакомы, поговорили. Я говорю, если что, 8. Он говорит, батюшка, отстали, не 8. Сегодня зарубежных синодов в России 16. Выбирай любой. Иди. И этому конца края не будет. Это не 16, будет еще 20, честь будет. 2-3 отделились, и мы никого не признаем. Все, мы только так будем. Я вас сколько просил, не надо этого делать. Не суди ты, не суди, мы будете. Еще в другом месте написано, не поноси начальствующих в народе твоем. А вы прям вот, мы сидим, вот одни святые, вот у нас крылья вроде белые сзади. Очнитесь, не белые, может быть, крылья-то там. Каждый раз вы поносите других. Нельзя этого делать. Ну, батюшка, вы туда же, куда и наши любители. Туда и я. Я там есть. Понятно. Туда. А ты не туда? У тебя еще, свое Евангелие есть. Я еще раз могу повторить. Не судите никак. Ни в ту, ни в другую сторону. Не надо Царство Небесное тем, которые, ну, непонятно, будут они в Царстве. А мы их уже в Царство Небесное. А тебе понятно, кто будет? А нет. Вам понятно? Мне непонятно. И мне тоже непонятно. Так давайте напополам разойдемся. Ну, и, допустим, что-то, какую-то приставочку, батюшка, сделаем. Ну, приставочку. Да ну. Ты сделай к себе приставочку. К себе сделай. К себе. Да к себе ты что? Не суди, да не судимый ты будешь. А ты всех судишь. Да не сужу я на как раз никого. Вообще не сужу. Я говорю, Господь сказал, никак. Не поноси. Да не поношу. Поносить это обзывать. Я никого не обзываю. Я говорю, что каноны не исполняют. Я слышал. Злые волки там одни только. Так это написано у Христа. У Христа записано. Он говорит не об этом. Как не об этом? Да так. Не надо этого делать. Нет, себя они просто книжниками и фарисеями, и садукеями. Игорь, спустись немножко на землю с неба. Ты уже на небо вознесся. Спустись немножко. Не один ты будешь в раю. Не один. Есть такой же анекдот, сходит. Да, зашли, говорят, одни там кто-то. Рай себе не говорю. Там, о, а эти зачем в раю? Мы думали, что мы одни будем здесь в раю. А здесь, кажется, еще есть кто-то. Да это баптистский, мы знаем эту притчу. Ну, притчу, знаете вы. Ну, конечно, знаю. Если бы ты даже это узнал, то бы и то побоялся бы или постеснялся что-то говорить. А вы каждый раз, ни одно собрание почти не обходится без этого, чтобы не поносить кого-то. Что, это нормально? Мне люди говорят, что, говорит, у вас там такой человек? Я говорю, в каждой церкви должен быть такой человек. Вот, такой что. Ну, никого я не поношу. Ну, ты сам посмотри. Они просто мне еще не попались, те, которые с вами разговаривали. А, ох ты. Ну, да. Они где-то там далеко бегают. Далеко. И отпивают всех подряд. Понимаешь. Чтоб тебе попались. Ну так он ничего не прекратил разговаривать. Сейчас он прекратит тогда будет. Все. Давай, Марина. Спасибо.
Верочка, ну, у нас по традиции после вашего приезда из отпуска проводится отчетно-перевыборное собрание. Мы должны за 2 недели объявить об этом. Объявите, пожалуйста. Объявляю. Следующее воскресенье это будет у нас отчетно-перевыборное собрание. Через воскресенье? Нет, через 2 недели. Через 2 недели. Это сейчас какое значит? 23-е будет 30-е, там какое будет воскресенье? 6-е. 6-го, значит. 6-го после этого будет тогда отчетно-перевыборное собрание. Вот и все. Об этом, Игорь, я еще раз прошу. Заканчивая, никогда не делайте этого. Вам это нисколько святости не прибавит. Не делайте этого. Никого не ищите грехи в других. В себе. В себе ищи, а не в других. Николай, слушай. У меня по собранию. А вопросы какие на собрании? Отчетно-перевыборное. Я батюшку спрашиваю, подожди, Мария. Отчетно-перевыборное собрание. Понял. Когда будет? Отчетно-перевыборное. Да. Ну, может, там и другие вопросы какие-то разобрать уже будут. Тут понимаете, в чем дело, батюшка? Вот мне сейчас не понравилось такое, извините, что вы сказали «вы». То есть, сейчас я скажу, и мысль мою вы поймаете сразу же. «Вы». То есть, имеется в виду «все». Апостол Павел что сделал? Отряхните пыль от ног твоих, во свидетельство им. А я не хочу быть свидетельством того беззакония, которое здесь иногда творится. Всей душой люби священников твоих. Есть такое? Есть. Здесь иногда происходит это, ну, необдуманно, я бы сказал так. Вы своей властью запрещали говорить о эпидемии. Говорили. Потом это, ну, вроде как она ушла и нету. Сейчас про священников. Вы можете своей властью, ну, не запретить, а как бы ограничить, чтобы здесь не было такого, понимаете? Потому что вот, ну, это несправедливо, вы понимаете. Если ты любишь священника, ты любишь и Господа. Потому что благодать Божия и Духа Святого на священнике, вот на нем, на всех на нас. И мы тут же их начинаем поносить. Не судите никак преждевремени. А время еще когда будет, неизвестно. И я, извините меня, я заканчиваю, и я не во всем согласен, что здесь говорится. Поэтому приходится мне, я не хочу там дискутировать, дебаты разводить, а просто уйти с собрания, чтобы не быть свидетелем, и чтобы на меня не сказали, ты был там, а я тут не был. Вот вы сейчас сказали, а я не был, и вы меня обидели. Прости, то, что вы прости, меня... Николай, я вас прощаю, батюшка. Отдыхай, все. Брат, отдыхай. Вот. Вообще никуда не ходи. Вот. Сиди только дома. Да, тогда вообще я ничего не будет. Я не буду здесь сидеть. Все хорошо тогда будет у него, ну, вообще. Все, приобрел ты брата. Да, да, да. А как же согрешающий, как нужно разумлять? Как? Не слушаешь меня, пошел вон? С кротостью, говорит, у тебя кротости-то нет. Ни на грамм. Ну, разве можно так? Ну, сними головой машу, это, ну нельзя так, говорит. А вы все, да не он только один так говорит. Мне звонят многие и другие говорят. Я говорю, ну вы, когда это делается, почему не остановите? Ну остановите, скажите. Или, по крайней мере, так же, как он, выйдите, чтобы этот безумие не слушать. Я не обижаюсь. Нет, я не обижаюсь, потому что у тебя совести нет, наверное. Поэтому ты не обижаешься. Должен был обидеться, если совесть есть. Послушал бы, а ты сам посмотри то, что ты говорил. Нормально это или ненормально? Ты судишь других, которых ты не знаешь. А я знаю, которые сделали 1000 раз больше, чем ты. Покажите. Покажи. Фамилии назовите мне, где эти священники, чего они там сделали. И посмотрим. Тебе сказать, что они делают, которые? Конечно. Я тебе скажу. Скажите. Скажу. Давайте. Которые посещают. Это, можете спросить, Игнатий, которые посещают тюрьмы, ходят в тюрьму. С заключенными имеют беседы, относят туда и литературу, какую знают таких. Я знаю, которого батюшка, у него своих 4, и он еще 5 детей взял, сирот, воспитывает. Таких знаю. И ты против них говоришь, что они никто, это я только здесь, а они никто ничего не делают. Я тоже ходил в тюрьму 9 лет и носил литературу нашу, духовную, и Евангелие. Прям в камеры. Даже заходил туда. Я не об этом не говорю. Ничего. Знаю таких. Сижу скромно. Батюшек, которые начинали, не было ни одного человека. Храм там построили, восстановили. А сейчас люди приходят.
Ты собери вокруг себя, ты обвинишься, соберись вокруг себя-то хоть одного. Одного-то уже нет, одного пошел, ушел, я не буду слушать. А ты, я бы говорил и буду говорить это. Говорит, можно, он сказал, спросил, запретить. Запретить я как? Силы нет это запретить. Я только могу как, говорит. Видел грешника согрешающего? Обречи ему, скажи. Он не послушал. Он говорит, погубит свою душу, ты спасешь. А если видел и не сказал, тогда, говорит, и ты будешь в ответе за это. Я видел, я тебе сколько раз говорю тебе, уже, как говорится, умоляю, прошу, не делай этого, Игорь. Не делай, не вспоминай даже нигде, чтобы слово патриархии ты не вспоминал. Тебе этого не нужно. Ты это делаешь просто к разрушению общины и на погибель своей души. Не делай этого, не суди прежде времени. А ты вот за тех, которые помолились, чтобы Господь им там грехи простил. Да? Они участвовали в войне. Откуда мы знаем, что они там делали? Узнай. Есть некоторые... Ты поехали туда и узнай, что там делается. Есть некоторые организации, они сами себе говорят, они сами, у них девиз. Тебе как это повредило? Мы знаем, что мы будем в аду, но Игорь, в аду мы будем лучшими. Это их девиз. Это чей, твой девиз такой? В аду будем лучшими. Вам заняться вот нечем уже, чтобы меня... Ну давайте, давайте еще что-нибудь. Я вам говорю, организации прошу, у нас в армии... Этого, не делай это. У нас, говорю, в армии такие так. Организации есть, я вам Игорь. Говорю. В армии. Тебе не понравилось то, что ты, я буду каким-то рукой махнуть, а ты уши затыкай, чтобы не слушать то, что в молитве. Паш помолится, и мне понравилось, что сказал, Господи, прости им грехи. Убиенным на войне, там войны. Нельзя прощать грехи. Ну, если вы желаете прощать грехи, прощайте. С вашим я не желаю, я прошу Господа, я не могу прощать, мне такой власти ну, не дано. Ну, вы там скажите, Господи, да будет воля Твоя, там хоть что-то в конце. У нас же нету этого там, да будет воля Твоя. На это прощение. Ты, прощать. А ты... нельзя вот не прощать, а... И вот убиенных, нам их жалко, Господи. Ну, сделай для них что можно. Вот так хотя бы. Так и есть, так и говорится. Да нету этого ничего. Где там? Там нету этого. Не так в молитве. Да понятно. Ну, не по-дыбуновски эта молитва. Но... Не по-дыбуновски, да. Не по-дыбуновски. Пускай знают. Да, ну просто. Ладно, Игорь. Просто вы не здесь ты уже просто идешь на такой конфронт, только свое. Только я прав во всем мире, я один прав. Остальные все не правы. Ты я... на меня бросаешь, что я не прав. Я могу я не прав. Места Писания предоставить. Ну, да Писание это еще ничего, это одна мера. Любите врагов ваших. Ты же знаешь. Любите. Так исполни это. Исполни. Надо же принять и исполнить это. Не понял ничего. У меня не врагов понял? Нету. А как не понял? А почему ты против, как на каждом собрании против московского патриархии? Это я ему ты враг, что? А он мне не враг. Причем они про тебя никто нигде не говорит, ни на одном сайте не найдешь. А ты за каждым собранием это трепишь. Ну, ну как это не враг? Они враги Христовы. Не исполняют каноны. И все. Ну крещения простого нету, батюшка. Вы же об этом знаете. Вот сейчас там отпевали этого воина, говорили про него, какой он был и так далее, а сколько людей он убил? Отпели ты, уже. Ты считал, сколько убил? Отпели уже, все. Так нет. Я же говорю, Христос сказал, не судите никак прежде времени. Я вам говорю, вы меня как не слышите, вот право слово. Прям, ну, даже странно мне. Господь говорит, не судите никак прежде времени, пока я не приду и не освящу все скрытое во мраке. Подожди, ты зачем сейчас судишься о том, что тот, который отпевали... Это он грешник, ему только место в аду. Зачем ты это судишь? А я об этом не сказал, что ему как место в аду. Я сказал, что... Зачем? Что... Зачем это вот вы... Нет, вы отпели, вы его уже на небо отправили. А я говорю, откуда вы знаете? Вы говорите, мы не знаем. Нет. Я говорю, так почему вы тогда так и не поступаете, не зная? Не надо отпевать никого. Просто пожалели его. Жаль, был хороший воин. Ну там и так далее. Маму любил. Ну скажите всю правду, как было. Ну только дальше-то зачем вы Господу его отсылаете? Тебе, так, подожди, на спасение твоей души это как? Да это очень сильно на меня. Это сильно на спасение моей души влияет. Как? Так тогда всех подряд давайте отпевать. Это пьяница. У меня брат был Игорь, пьяница. Подожди. Горький. А он был восстанови, ну, всех будут отпевать. Тебе как давайте это его тоже отпевать. Тебе как это повредит? Как тебе это повредит? Так, ну все будут отпевать. Как так тогда я руки вообще опущу. Зачем мне тогда что-то тут делать? Это зачем мне поститься, молиться? У тебя веры нет никакой. Зачем? Зачем мне читать Слово Божье? Зачем тогда все это? Если всех подряд давайте отпоем. Нам, меня, кому-то кого-то жалко. У нас постоянно сестры встают. Вот там у меня там есть знакомая. У ней там такая вот болезнь и так далее.
Вот мне ее так жалко, давайте помолимся о ней. Другие встают, давайте там помолимся о ней, чтобы Господь дал здравие. А ты уже осудил, молиться не надо, место только там, этой душе. Так? Нет, молиться надо, но надо молитву, ну, молитва о молитве розень, вот что дело. Да, Господь тоже по-разному же молится. Кого разумление, кого действительно. Мне кажется, само мнение, что кто составляли молитвы, допустим, это не те, вот я бы составил молитву, составь. Ладно, это непробиваемая стена. Скажи ты. Ладно. Батюшка, когда-то это, возможно, спасет кого-то. Непробиваемая стена. Дай Бог, чтоб сам спас. Да, помоги Господи всем. С таким негодованием злобой, это трудно найти. Ты ноги, чтобы Господь так поступал. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. А почему злоба-то? Зачем вы на меня наваливаете еще и злобу какую-то? Вы когда-то видели, чтобы я... Ты за каждым собранием московского парижа говоришь с любовью к ним. Конечно. Господи. Я что-то не понял, а как вы злобу-то определили? Вы меня осудили уже, оказывается? А я-то тут твой грех известный, только всем известный, не тайно, а известный всем говорю. Игорь, давай уже одно и то же. Ну, уже все слышали. Я что-то не понял. Ладно. Что такое? Я в чем виноват это, я не пойму. Одно и то же. Я вопрос задал просто, и все. А батюшка уже тут это рассказывает. Ну, все же услышали вопрос. Ну, а зачем уже? Ладно, все. Не скончаем. А я-то тут при чем? Вы батюшке скажите, вы зачем мне это говорите? Вы батюшке скажите, чтобы я на него больше не говорил. Не да, и все. Говорить. Я облетел все. Ну, просто последнее говорить. Слово может быть только за Игорем. Да. О, брат, и ты здесь. Так, ну я тогда так, подождите. Вот здесь сидящих. Кто согласен, чтобы за каждым собранием поносить московскую патриархию? Есть согласны? Нету таких. Мы сами знаем. Поносить вообще никого нельзя, батюшка. Отвечу. Я об этом и говорю. Вообще не надо поносить. Не надо поносить. А правду говорить надо. Правду говори ты о себе. Вот о ближних, кого ты знаешь. А кого не знаешь, о том не надо. Ты не знаешь их. Не знаешь. Христос так не учит нас. Обо всем надо говорить правду. Но и обличайте, говорит. Не участвуйте в делах тьмы, но и обличайте. Крещения нету истинного. Куда же троекратно погрузить не могут? Будем обличать. Деваться некуда. Мы не можем просто так оставить это. Иначе мы будем прокляты Богом. Брат, скажи, пожалуйста, мы уже это слышали миллион раз. Прежде всего мы слышали от Игната Тихоновича. И одно и то же мы говорим, от этого ситуация не изменится. От того, что ты здесь говоришь. От того, что ты говоришь вот перед экраном. Что слышат там. Меняется это как-то? Никак не поменялось. Ни насколько. Это вы не увидели, Виктор Андреевич, поменялась она или нет. А Господу все видно. Он в секретарях у Бога, понимаете? Он все знает, что у Бога творится все. Если мы не видим вокруг себя изменения, то значит это остается... То есть Господь допускает это. Допускает, значит, принимаем то, что есть. Что Господь допускает. Ну, вы слышали, о чем я задал вопрос? Батюшка сказал... Батюшка, все слышали, о чем я батюшку попросил ты, ответить? Ты перебиваешь, ты кричишь, ты возмущаешься. Я понимаю тебя. Это чисто сердечно, это правильно. Но постоянно одно и то же говорить, вот так вот, чтобы уходили люди, братья, это нехорошо. Зачем уходи, я не понимаю. Вы о чем-то, пожалуйста, разговаривайте, я не понял, что вы ко мне... Почтительность, я задал вопрос друг другу. У тебя никакой почтительности нету. Крик сплошной. В этом как раз и проявляется твоя злоба. То есть вы меня перебиваете все время, это все нормально. Вот ты сейчас не слышишь никого. Только ты говоришь. Ты батюшке не даешь слова, ты мне сейчас не перебиваешь. Ты праведен, ты хорош. Но так же не бывает. Игнатий Ильич, вам слово. Я сегодня хотел поговорить о молитве. Будьте очень внимательны, потому что вы дома это все уже будете притворять. Молитва трех ступеней, я не раз и говорил об этом. Первая – это большая площадка, на ней все. И мусульмане, и буддисты, дай, помоги, спаси, сохрани. У нас ее наполнено, Господи, помилуй. Это все входит в просительную. Еще неизвестно, как я это буду выполнять, что знаю, не знаю. Коммунисты, фашисты, все кричали, когда нож в горло был. А там мне рассказывали коммунисты, которые себе были. Я первый раз помолился там. Потому что получилось так, с Финляндией, когда воевали. А с финнами, знаете,
самый лучший снайпер фин был. От него не знали, как спрятаться. И тогда нашли где-то они место и легли спать. А я хожу, говорит, и за него мать молилась. Я с ним беседовал в Афонзе. Я взял, отошел метров на 30 и в снег маленько зарылся. Потом глаза-то открыло, уже расцвело. Я глянул, никого нету. Я остался как беглец. Потом гляжу холмики, подхожу один, другой, все вырезанные. Они будят его, он только глаза открывает, вот сюда вот лежал, вот. Кость не задевает, сразу сердце, рот зажали, и следующее, ни одного не живого. Мы с ним побеседовали. А как ты спасся-то? Никак. Молитва матери. И поэтому мать молилась, и вот результат. Здесь был Седишев Александр Петрович. Я не вижу Алевтина где. Вот, она знает его. Где-то рядом жил. Уполномоченный по религиозным культам. И он, Надежда Васильевна, когда пришли проситься дом инвалидов есть, причастить священника, он не против был. Так, а у вас как фамилия? Я Лапкина. Лапкин, он, говорит, соскочил, вокруг стола там начал бегать. Краевая администрация это делает. Намертво запретил. А потом я вижу его. Он в храме стоит. Но потом я его спросил, Александр Петрович, как? Я не против Бога. Мама за меня молилась, я остался живой. Ну, я говорю, а вы пост соблюдаете? Какой пост? Ну, сейчас Великий пост идет. А вы стали через тех, которые причащаться подходят. Но он друг настоятелю был. Ну, курочку мне он разрешил. Великий пост курочку даже умирающему не разрешается. Но я понял, что они верят. Ну, верят, ну как. Так вот, первое здесь прошение. Здесь его мама вспомнила все. Вторая площадка, у нас ее даже нигде не подается ни одна записка. А она вызывать должна. Получил ты просимое, не получил, зато благодарение. Вторая площадка. Вот Андрея Крицкого у нас как раз это то же самое событие. 204 события. Там несколько слов я поставил. Теперь благодарю тебя, Господи, что ты коснулся наше сердце, и мы покаялись, как в Ниневе. То есть он от библейских сюжетов 204. Третье запредельное словословие. Аллилуйя и аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. В церкви вот это вот все идет, а мы не знаем. Приехал человек, не приехал. Батюшка приехал. Надо канон просто считать какой-то. Ведь какие опасности, и дороги были, все. Вообрази, что мы потеряли батюшку. Это даже вымолвить страшно нам сегодня. И поэтому я прошу, поберегите. У него сердце и так больное. И мы знаем правду, где... И он ничего не сказал того, что... Даже много хорошего, да все хорошее. И третье словословие. Это надо научиться. А если я сказал аллилуйя, а вы еще баптисты? Сколько раз слышал, вот тебе на. Значит, на третью не претендуем мы. Да у нас в церкви непрерывно слава Отцу и Сыну. И в домашних молитвах, везде. Но это уже конкретно событие. И за него я благодарю. Мы просили, чтобы батюшка вернулся. А теперь хотя бы в домашних молитвах скажите, благодарим тебя, Господи, среди опасностей, хороших людей показал ему. Он беседовал, там что-то наше ему в руки попадает. Но уже дальше это вызывает третье. Господи, немощные мы, и молитва дошла до тебя. Слава тебе. Вот об этом хотел напомнить. И вы, кто на пенсии, своим родным и близким говорите, мы за вас молимся. Мы трудимся за вашу душу, а вы не обращаетесь. Понимаете? Вы должники перед Богом будете. Мы тратим время. Мы молимся, мы плачем о вас. Почему вы к Богу не идете? То есть как-то поменяйте немного тактику. Вот сказали Раиса Николаевна, она такая... Вопрос состоит, а почему? Вот сегодня есть один ролик, то в интернете тот может смотреть. Человек, занесенный в книгу Гиннесса. Там кого попало, не заносят. Она на первом месте. 96 лет. Спортсменка. Что она показывает на этих, на брусьях, как она поднимается и везде. А потом идет, говорит, лицо не могу изменить. Лицо, оно старое, видно там. В Германии, Яханес, это Иванна, по-нашему сказать, где. А потом она и на руках встанет, и опрокинется. Это невероятно. Притом, когда спрыгнет, брусь, это высокие... И всем людям приветствие. И она говорит, семь принципов, по которым я живу. Это очень полезно узнать. Мясного нет. Я овощи налегаю, там фрукты. И она дальше говорит. А дальше показано, уже там внучата верхом на ней сидят. Я гуляю сколько.
Потом показывает 92 года, который 15 километров проходит в день, чтобы сохранить. Я вот, когда здесь сижу, по тренировку приезжаю, едва хожу. А когда оттуда уезжаю, у меня ничего не болит, потому что я бегаю, хожу, езжу. А здесь я засел и сижу. Так и в духовном плане нужна практика. Да, мы сказали. Сказали, не ладно. Брат вышел. И нам это что, нужды разве нету? Брат, который столько положил здесь, вот мы куда голову не поднимем, это его работа. Чуть повыше глаза поднимем, это его жена. Почему не взять специально, когда заходишь, у тебя захожу сюда, или вот ящик почтовый, Кальмаев Михаил сделал, а там два крючка он только и сделал. Я каждый раз помолюсь. Ну, нас окружает столько всего, кто-то чем-то сделан. Вот этот сделал, который приезжал с женой здесь. С Украины. Да, и вот интересно, он взял стол, и... а мне книги еще не издавали даже. Теперь я издаю, прекращаю, и тогда принесли и положили, ровно в стол вошло, дальше нету. Все, случайность. Силина Галина заказала листы такие, она где-то работает там, и сделали, бах, сварили. Тоже сварщик, Николай это все делает. Приехал и там это сделал. Куда ставить? Стоит тополь, и стоит, кажется, береза или ветлина. Примерили, до 1 миллиметра заходит. Между ними подняли, поставили, ни места не заняло. Это что, все случайно? Понимаете, это мы привыкли говорить, перед Богом нет случайного. Вот у вас имя, если тебя назвали Игорь, а ты посмотри, в какой день Игорь святого, ты не совпадаешь. Родители назвали по прихоти, а у нас не так. Я родился старому силе 28 мая, по-новому 10 июня. И написано Игнатий, два имени было, Евтихий. Игнатий Тихонович. Тихон означает приносящий счастье. А Евтихий счастливый. Два слова сошлись, а два человека. А это Евтихий вы даже не найдете. Игнатий еще есть, архиерей где-то. А Евтихия больше нету. И мы в один день. Это не случайно. Теперь, мы хотели открыть тогда Милажину комбинат, а там обсерватория. Ну, никак не можем отбить ее. И не знаем, как она называлась. И оказывается, Крестовозмездовская община. И настоятелем у них был Игнатий Тихонович. Имя мое и фамилия, чтобы совместились вместе, это миллиардная точка. Я поэтому во всем усматриваю милость Божию. Как Господь это все делает, как Он нас вел. И поэтому у меня, вот нету здесь молодежи, то вы им передайте своим. Некоторые новые люди пришли. 15-16 том, когда я попросил, напишите, как вы пришли к Богу, как пришли в общину. Ну и третий там вопрос еще был, он уже не актуален. 84, и из них некоторые просто ходили, их у нас нету. Но они написали, у нас новые люди, подросли. Ну, скажите своим близким, они уже взрослые, как они уверовали в Бога? Какие были препятствия? Как они вышли на нас? Вот видишь, батюшки говорят, я, батюшки, у меня не было, это для Слова Божия нету с книгой. А батюшка подарил, а тот читал, архиерею, или кому, священнику подарили, он тогда уже, видите, как где-то. Вот эти книги отличаются тем, что я нигде, никому ничего не оставлял. Я говорил, как есть, не называя ни имен, ничего нету. О всех событиях. Главное перед Богом. Главное перед Богом. Я, допустим, почему, когда некоторые говорят, и, ну, может быть, не те слова, не так, надо знать, когда замолчать. Вот возьмите, Жириновский был, он не мог молчать. Женщина стала говорить депутату, он схватил за волосы, поволок ее. Ну, там он как с Пугачевым где-то. Другой, это Стерников тоже. Говорит, и так он скакан, хватает его. И беснование. Понимаете, это беснование. И беснование признаки, я сейчас разослал всем из моих материалов, которые есть. Один из признаков то, что мы не боремся с этим. И показывал мне отдельно, как у сектантов изгоняют экзорцизм, как у православных и как у католиков. Я соединил это в одну ленту. И выставил в интернет. Книги-то не пишу. Не оторвешь, ты будешь считать. Вы выйдете на меня, брякнете по скайпу, и я вам это все скину. Притом, каждый где, и дальше материал такой-то, откуда взят, какая страница. Моего ни одного слова нет. Вообще нету. Но ты увидишь, какая разница. Православие. Новиков, который Василий был. И туда приехали корреспонденты. И девушка. Два человека держат за эту руку, два это. И наконец сказали, вошли в храм, она их кинула, как пробки. Почти 3 метра в комнате. Его дьявол поднимает, бьет об
потолок и бьет об пол корреспондент. Я говорю, раз за разом. А ты, попера, Васька, козел ты. Это он изнутри кричит. А его Василий звать. Это не просто так. Мы должны быть, помнишь, как я говорил, человек подкашливает. А я говорю, почему ты подкашливаешь? Один мне знакомый был. Я не знаю. Я говорю, это признак беснования. Один из признаков. Не может человек остановиться, это явный признак опять. Там все это, это у протестантов подробно все это. И теперь, когда шевелись губами, благодати нет. Это подробно все. И где он застревает, и как дальше молятся, и как освобождаются, мы не можем отрицать этого. Потому что общепризнанная мировая практика, должны быть мы очень осторожны в этом. Молчание еще никому не помешало нигде. Если ты, конечно, во время молчания, ну подожди. А только молишься и говоришь, Господи, да будет воля твоя. А все остальное, а вот они на меня, там фамилия, там Лапкин. Вы знаете что? Людям выпал такой жребий. Вы знаете, 9 блаженств. И только за одно написано, когда будут гнать, злословить за имя мое. Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небесах. Против меня примерно 200 с лишним роликов в интернете. Посчитали. Более поносимой личности на весь интернет нету. Но и результатов таких нету. Как пишет доктор богословия Бочков Павел, 1000 людей там в разных местах пришли через его, говорит, проповедь на меня. Вы это куда денете? Он профессор, юрист, и когда был у нас здесь Сергей, я призвал и показал, это ваш журнал «Покров» семинаристов, да, вот страница там такая-то, и там это, так это хорошо. Я говорю, я и то хотел сказать. И у них, когда Геннадий Фас приезжал, отец Геннадий Фас, я там пошел, этот журнал у них достал, «Покров», и всем попросил, отец Геннадий это просчитал. Про Потеряевку очень открыто, нигде против нету. Я еще не говорил, я его еще ни разу в глаза не видел. А молва дальше идет, почему новые люди. Вот мне один звонит, просто скажет, как-то схахамгат, как-то тот, ну видно, что не русский, может мусульманин. Я, говорит, через наткнулся на ваши, и теперь я, говорит, назад никуда не выхожу. Я принимаю православие. И теперь звонят, я никак не могу ответить, у меня времени нету. Он приходит с двумя еще такими. И дальше говорят, мы фактически уже в православии. Это я только говорю то, что ко мне приходят. Так это не один, с семьями. И все духовные тесты, какой я отец? Ну, Павел говорит, я родил вас. Много наставников, а отец, говорит, один. Я родил вас в вузы. Я родил их, это Бог родил. И поэтому мне нужна постоянно молитвенная помощь. Вот я услышал, патриарх Кирилл сказал об этом. Сложная обстановка, и президенту очень тяжело. И новых военных, которых он выдвигает, у них тоже противники, молитесь. Ну, может, кто-то меня осудит за это, но молитва идет легко. Я просто в ночные молитвы вставил это отдельно. Шойгу Сергей, и сейчас поставлю над этой вверху, тоже Сергей, военный, генерал. А жена просит, кажется, Анна просит молиться за него, это в интернете все есть. У него есть генералитета много, которые против него. Его прозвище какое-то, чуть ли не Армагеддон какое-то такое. Суровикин фамилия. Суровикин. Ну, генерал Армагеддон. Я тому говорю, что вот случайно я увидел в ролике, патриарх говорит это, я извлек только одно, что я нужен оказался. А он знает, зачем знает, я нужен, где, в молитве, в тишине, нам никто не мешает. Со второго, третьего этажа вода не льется, мы в первом этаже, на одном этаже живем со всеми, говорится, святыми. И поэтому внимательно прислушивайтесь. Нам Господь сегодня показал, что у нас... Перед Богом, как бы мы, ну, должны это. Особо включите благодарность, что батюшка вернулся. Где он был? Какие благословенные встречи у него были? Какая радость на душе? Ну, я ничего к этому не добавлю. Но это должно быть так. Вот я об этом молился. Он не просто приехал, он по моей молитве приехал. Ты, Златоуст говорит, присвой, что Бог тебя услышал. Тем более мы объединенные во всем этом. Видите, у нас какое сокровище лежит. Книги эти отличаются только тем, что нигде никому не угождает человек, который писал. Нигде и никому. Правильно, неправильно, в каждой книге примерно 3000 ссылок вместе с Библией.
книг таких вообще в интернете нету. Такого сообщества, как наше, чтобы каждые два часа собирались до звонок, и там из Америки, и там это приехали сейчас с Ливана, Италия, Германия, Франция, отовсюду люди. И через два часа крест в руки, стопоклонная молитва. Это наше сообщество. Приезжают, когда лето, мы их видим. Помолитесь о всех. Потому что иногда приезжают люди, приходят к нам, их мы не знаем. Но особое правило принято, воскресенье как-то будет. По скайпу заходите на меня. Я вот сегодня чуть-чуть не опоздал. Столько народу приходят новые люди и спрашивают, вот как молитесь, от отчетки, а там Лестовка Старобрящинская. У меня материалы на все. Я только скину, опять вопросы, другой приходит, третий. У вас талант в этом плане, я думаю, не совсем раскрыт. Потому что, кто изобрел интернет? Тим Бернерс-Ли, Тимофей у них, сокращенно говорят. У меня дня не было, чтобы я о нем не молился. Какое счастье дал. Который вот этот библейский поисковик сделал, кто? Тимофей Ха, вьетнамец. Я долго искал. Ну, Виктор Петеримов помог его найти, я ему подарок послал. Как мне помогло это? Я скопировал, вставил с точностью до одной запятушки где-то. И его поминаем. Мартин Купер, изобретший мобильный телефон. Они у меня рядом стоят. Михалкова, я по фильму 12 называется, советую посмотреть. Мое мнение о нем резко изменилось. Я знал, он матерится там, ну вот как этот был. Но здесь он показал себя. Сейчас все время выставляет ролики. День только проходит, 720 тысяч. И он самые злободневные такие события берет, как вот Аркадий Мамонтов где-то. Мы его сразу взяли в молитву. Уже все знают. Мы о них молимся. А они о том знают? Нет, не знают. Молитву я скажу. А о Дворкине не идет молитва? Никак. Я только раз на молитву встал, он исчез. Почему? Потому что человек ничего этот не делает, а только натравливает друг на друга. Я как-то вступился, запретили в стране свидетели Иеговы. Я не свидетель. Но перед Конституцией мы одинаковые. Государство не теократическое. И мы, которое написал там юстиция, главное, это учли. Там какие-то изменения идут. Они даже не еретики, они хуже еретиков всяких. Но они хорошие семенины, работают как. Они в Армении идут, а со мной сидели трое. Они заранее, говорят, родился, еще маленький, я знал, 3 года мне придется сидеть. Они не идут. Не идут, не положено убивать, и все. Я с ними беседовал. Они мастера по швейному делу, ремонтировали машинки. Хорошие. Вы так вот научитесь смотреть на все, что делается. Кто сейчас? Томенко, кажется, губернатор края. Как его звать? Виктор. Виктор Петрович. Виктор? Виктор Петрович. Вот. Желательно, чтобы молились. Вот у меня за лето такие события были, близкие. Глава администрации Мамонтовского района. А он, я там на вас смотрю. Я руку продаю, подаю, когда побыли. Адвокату сказал, он говорит, я 5 лет отнял, что с Иисусом не выхожу уже. И они полностью близкие нам люди. И я 2 имени назвал. Следователь Анастасия была. Все закончилось. Прикрыли, ничего где нету, ничего нету. Все. Я могу принести, чтобы засчитали где-то. Как? Господь устроил. Пришлось свидетельствовать, делать подарки книгами, да, правда, большим начальникам, 3-томник и к истинному православию. Как благодарны они. Один, который инженер приехал, я уже говорил об этом, кадастровый, и он мог перенести прибор, я же не знаю, что у него написано. А он начал мерить, там метр те отвернулось почти на 7 метров дальше этого березняка. А это уже не государственный, а муниципальный. А поэтому тут мы договорились с главой администрации, претензий никаких нету. И как Господь делает? Я пришел с книгами, а он больше ничего не делал. Нашли его. Я говорю, знаете, я к вам с подарком пришел. Притом за взятку книги не считаются. Кажется, единственный предмет. Тем более вы не судья никто. Я увидел, какие у вас глаза, как вы разговаривали там с лесником. Вы посмотрели бы на него. О, я жене скажу это. А товарищ сразу так любопытно на него посмотрел. Надо научиться выпросить у Бога, чтобы я увидел в истинном свете себя, в первую очередь. Вот я сегодня уйду, а дело, которое мы делаем, разве простое? Мы свидетельствуем, так и называется, не какая-то проповедническая здесь община, сколько люди слышат. И вот это вот полный комплект 750 евро, и мы подарили только в миссионерских поездках 650 разных библиотек. И нам обошлось это в 35 миллионов рублей на сегодняшние деньги.
Это в библиотеке Ленина лежат в Москве, в парламентской, в исторической, только в Москве. В Киеве, в Харькове, которые города там, в Одессе, Николаев, они на Украине, эти книги. И когда люди натыкаются, они сразу на нас выходят. Я с вами этим делюсь, этой радостью. Я не могу даже сказать, когда я даю вот это вот, говорят, а что ты пророк? А что мы боимся этого слова пророк? Павел говорит, когда пророчествует, говорит, все. А как пророчествует? У меня стихотворение написано, и Армагеддон предваряет гриб. Ну там 12 лет назад стихотворение было. А как вы знали, что гриб будет? Никак я не знал, рука вывела это. От меня это не зависело, что перед тем, что сейчас началось, и грипп будет перед Армагеддоном. А дальше я еще сказал, там оспа будет. Оспа будет? А как вы знаете? Я вообще ничего не знаю. Надо помнить, у меня нет гуманитарного, ни религиозного образования. Я просто внимательно смотрю на это. И вот который считал за слово Божие не туз, там буквально все отзывы, которые о нас были, уставы, там больше да ничего нет такого-то. Но это очень трогает. Это как ключ к остальным книгам. Вот какое поручение я прошу, особенно мне хочется, у кого машины есть. Вы хотя в воскресный день потихоньку меня спросите, кому-то машина же нужна. Ну я хожу, и человека этого нет. Что ты все время, видишь, зажалась, сидит. Уговорил уж вчера, чтоб пришла. Поэтому мы все нужны, и мы дополняем друг друга. И каждый день начинаем заново. Почему я считаю, ложимся спать, вот мне смерть предстоит, вот мне гроб прилежит. Суда твоего боюсь, опять тоже. Помоги нам, Господи, чтобы едиными устами мы славили Христа. И прошу, батюшка только откроет, как говорится, уста свои говорить, сразу замолкать. По-другому нельзя. Мы в разных категориях находимся. Он мне брат, родной брат. Он через меня услышал, он мне, я для него духовный отец, а он для меня. Это редкий случай такой. Но ему стоит полслова сказать. У него в доме, а в это время гости, я вижу, за столом сидят не так. Я только начал, он говорит, время-то позднее было, домой шел. Я на полслова не докончил, вышел всем, когда, Господи, какой у меня брат, как он меня вовремя. И все. И дальше не надо. Если Господь позволит, будет другой момент. Научитесь молчать. Я уже об этом говорил, проповедь. И как это трудно. Естество зверей и птиц человек укрощает, а язык никому не подчиняется. А ты скажи, Господи, я не могу. Я молюсь сейчас об этом. Мы когда молимся о женах, девах, каждый день, дай, Господи, послушание, один поклон, молчание, целомудрие и стыдливость. Богу нашему слава. Во веки. Аминь. Я немного времени отниму, немного совсем. На прошлых занятиях, прошлое воскресенье, занятиях по изучению Библии, погромче сейчас буду говорить, прозвучала мысль о том, что, или фраза о том, что якобы в результате некоего заговора у нас из названия общины исчезло упоминание зарубежной церкви. Я понимаю, времени прошло много. Уже с того момента, когда это у нас действительно случилось, 10 лет, и человеческая память забывает об этом. Я сделал подборку документов, которые следуют, как, когда и что у нас случилось. И кратко об этом расскажу. 2012 год, параллельно, так совпало, что истек срок переходного периода, который нам предоставлялись. Весной 2012 года в отношении нашей общины проходила проверка, плановая проверка управления юстицией по Алтайскому краю. Проверка прошла все хорошо, но они меня позвали и показали мне документы, из которого следует, что Ишимско-Сибирская епархия была ликвидирована к тому моменту. Ликвидирована в судебном порядке. И сказали, что дальше наша община в качестве зарегистрированного юридического лица может существовать только в одном формате. Об этом мне говорила Евелина Константиновна Прокопьева. Она сказала, что может существовать только в одном формате. Несите указ на тот момент епископа Максима о принятии вас, в качестве православных, принятии Московскую Патриархию. Я, конечно, вернул,
посмотрел решение, проверил наличие такого решения о том, что Ишимско-Сибирская епархия была ликвидирована. Пошел, почитал еще дополнительно, еще раз прошелся по закону о религиозных организациях и объединениях. И потом уже с ней и втроем мы сидели, разговаривали с Макеевым, Маковеевым, начальником ее, начальником отдела по регистрации. И мы нашли вариант, когда наша община может существовать в качестве зарегистрированной, но без упоминания какой-либо юрисдикции. Причина в следующем, что на территории России зарубежной церкви больше нет. Этот вопрос был вынесен на общее собрание 3 июня 2012 года. Мы внесли на общем собрании, в неочередном общем собрании нашей общины, изменения устава, приняли его в новой редакции, стали называться «Местная религиозная организация православных христиан Крестовоздвиженская община города Барнаула». Каждая религиозная организация должна иметь в своем названии указание на то, что она является местной. Ну, то есть это местное, либо централизованное. Централизованное – это уже епархия. Местное – это нижняя ячейка. Соответственно, местная религиозная организация, указание на вероисповедование, соответственно, у нас православных христиан, и наше название – Крестовоздвиженская община города Барнаула. Эти изменения были внесены, зарегистрированы в 2012 году в августе. В дальнейшем у нас староста общины ходил каждый год и подавал отчетность о том, что наша община живая и будет дальше действовать. Это требовалось от каждой религиозной организации с указанием как раз на именование нашей организации, как без, соответственно, без указания зарубежной церкви. К сожалению, к тому времени, еще в 2009 году, община, Потеряевская община, как юридическое лицо, было исключено из реестра, ну, поскольку никто не ходил в управление юстиции не говорил, что мы, что они живые. Соответственно, все были, они были исключены из, именно как юридическое лицо, они не существуют. То есть не зарегистрированы в отделе юстиции? Нет. В настоящее время нет. Они не... Что? Отделенные мы. Ну, существуете как... Такое понятие есть, как религиозная группа, это предусмотрено законом, без регистрации. Можно еще дальше закончить, продолжим немного буквально. Да, в 2016 году в отношении общины проводилась уже внеплановая проверка управлением юстиции. Это когда год, как раз, когда был серьезный наезд на лагерь, и эта проверка была связана с лагерем. Проверка прошла, все замечательно, но любой проверяющий, он на то и проверяющий, и он плохой проверяющий будет, если не найдет каких-то недостатков. И они там указали... Недостатки такие связаны именно с техническими, юридически-техническими моментами, в результате которых нам снова потребовалось внести изменения в устав, принять его в новой редакции. На общем собрании, уже на общем очередном собрании в ноябре 2016 года мы приняли устав в новой редакции, в котором, опять же, ну, сохранилось то же самое наименование, да, местная религиозная организация православных христиан, без указания на наличие какой-либо юрисдикции. Еще я посмотрел по другим документам, к 2012 году ни одной не осталось общины зарегистрированных из зарубежных, из тех, которые были в зарубежной церкви, они тем или иным образом были ликвидированы. То есть, ну, нет зарубежной церкви на территории Российской Федерации. И, чтобы нам указывать на какую, на принадлежность какой-то юрисдикции, необходимо наличие зарегистрированной вышестоящей организации, то есть централизованной на территории Российской Федерации. Вот это кратко. Здесь все документы с подписями, протоколы. Да. Я сейчас не скажу, даже не помню, за какой год это было. Но это есть у меня документ. Я могу посмотреть, найти и сказать, что был, значит, от бывшего первого иерарха зарубежной церкви митрополита Илариона, было то, что указ, что общины, которые были находящиеся, должны войти ну, в местную епархию. А зарубежный прямо написано, что общин, принадлежащих к зарубежной церкви, которая, как центральная, скажем, которая пошла на каноническое общение с Московской патриархией, в России больше нет. Прямо указано в документе, что нету. То есть от нас они отказались, не спрашивая нас. Нету. Все. На этом. Вот там, по-моему, 13 или 14 год. Да,
еще, это в 12 году было. Помните, у нас мы ходили на встречу в епархии, это была встреча, был епископ Евтихий приезжал. Но еще этого не было, это после этого после было. После этого было? После нет, этого. А уже тогда же на той встрече епископ Евтихий прочитал указ о передаче наших общин. Ну, это он прочитал. Да. А когда официально пришло от митрополита уже, что нет когда. Но сегодня я сказал, что по последним данным, мне сказал священник, который находится из одного зарубежного как бы синода, вот. Не тот, который центральный заграничный, нет. Вот. А здесь 16 различных, считаю себя зарубежными, но друг друга не поминающие, с другом не сообщающиеся. Совершенно. 16. Я думал, 8. Мне говорит, товарищ, ты очень отстал, говорит это. У нас, говорит, уже 16. Я с одним имел беседу, который находится в одном из этих 16. Они сами себя проводили? Они сами или их также выкинули? Там пошло потом раскол, они там один с одним не согласны, что-то там отходили, там рукополагали себе епископов, там не разбери, кто кого сейчас рукополагал даже, это трудно разобрать. Понимаете, что очень трудно будет. Кто где там отделялись, а потом там был Суздальский Валентин, он умер, там он епископов на рукополагали. А здесь когда стало, здесь уже везде есть, говорят. Они и в Москве, и там в Одессе, в Украине, в Белоруссии, в Сибири есть такие приходы, которые называются как зарубежные, ну а там кто там, разные, там не знаешь, даже таких говорят епископ. Допустим, в Омске был один Тихон, пасечник фамилия, я его еще гражданским знал. Он сделал митрополитом, потом они что-то там с Василием не поделили, раз разделились, он отдельно, эти отдельно, уже стало в Омске только две зарубежных, которые друг друга не признающие. Пожалуйста. Выбор есть. Да, да. Вот так вот. А еще раз я напомню, что это вот московская правда такая. Да если есть вера, это никто никогда не повредит. Уж в советское время. Скажем, какое было время, у нас семья была самая большая в деревне. Только мы одни в школе были, не октябрята и не пионеры, не комсомольцы. Единственные были. Сумела мать наша в то время выстоять? Сумела, никого не было. Она говорит, пойдут в армию, пускай, говорит, а в комсомол, в партию вступают, куда хотят. Но до армии никто нет. Один брат вступил в октябрята, но он 2 часа был в партии. Домой, когда пришел, это мама, ты знаешь, что я сейчас, кто? Я октябренок, он у меня звездочка. Мать его за дверь на крючок, иди, говорит, кто тебя принимал, иди там и живи с Ульяной Ивановной. Он приходит, она там в дом-то заходит, а дом был в школьном дворе, стоял деревья. Она заходит с порога звездочки, нате, заберите свою звезду, я хочу дома с мамкой жить. Она потом встречает мать-то в магазине где-то. Мария Егоровна, что ж так вот, Ося вчера вот такое. Она говорит, Ульяна Ивановна, а вы спросили, ребенок что понимает? Вы спросили, надо ему это или не надо? Вот. Я, говорит, не разрешал его этого делать. Вот вырастут, когда тогда пускай вступает куда хочет. И грозились, мы детей отнимем у тебя всех. Мать говорит, отнимайте, берите, да вы будете пред Богом за них отвечать, не я. Но никого не отняли, ничего. Все выросли. Вот и все. Тогда в то время можно. Сейчас свободу. Да вот, нас там это сожрут. Это... Фу, Господи. Да кто нас, кому мы же такие костлявые, да, вонючие, да кто нас будет жрать? Но прям это нельзя за себя. Я еще раз говорю, я недолговечен. Скоро-скоро уже отчет надо Богу готовиться давать. Чтобы общину сохранить, должен быть священник. Кто-то где-то, но без священника общины не будет. Даже со священник, кто со стороны придет, и то будет ему очень трудно, когда так. Понимаете, что у каждого свое мнение. А я думаю, так вот и все. Ты, батюшка, неправильно делаешь там это. Неправильно слушаешь, неправильно молитву читаешь и прочее. Так община не сохранится. Это я уже тебя так претерпелся, где там просмотрю сквозь пальцы, где-то скажу, что потихоньку, а дело свое делаю. Вот так вот. Имейте это как завещание вам. Чтобы была община, должен быть священник. Священника не будет, общины не будет. Много ли этого, батюшка, много ли этого? А вы много лет пели или нет? Я забыл что-то. А мы споем. А?
Виктор Андреевич, Игнатий руку поднимал. Да, я хочу, подождите минуточку, я хочу, чтобы брат Севастьян на общем собрании, когда будет общее собрание, чтобы кратко вот так же изложить, чтобы все знали, как мы называемся, почему мы называемся. Хорошо? Хорошо. Потому что сейчас очень мало и от всех людей. Чем первые христиане занимались? Какими именами назывались в Антиохии? Христианами. Христианами. А какое тебе еще имя надо? Нет, общинок называется как? Христианство. Да понятно, батюшка. У людей возникают эти вопросы. Чтобы этих вопросов не было, просто доложить кратко. Уже разошли, понимаете, у людей у каждого свое мнение. Одно такое, у меня другое. Каждому никак ты не уделишь. Сделай уже как больше. А каждому никак не уделишь. Мне тоже задают вопросы. А как вы? Кому принадлежите? Да Господу Богу мы принадлежим. Понятное дело. Ну, а кого? Поминайте. Я молюсь, поминаю, патриарха поминаю, и митрополита поминаю. Ну, чтобы ваши уши там как бы не резало сильно ножом, уж я стараюсь помянув про себя, а потом уже подглашаю там для вас. Спаси Христос. Спаси Господи, спаси Христос. Дай мне вас это. Еще тогда, когда батюшка были в Америке, там акт о каноническом общении было принято. Я пошел в отдел юстиции, а Валерий Иванович Маковеев, он сидел вот на этом месте, у нас был здесь. У нас очень хорошие отношения, он полковник, там полиция, милиция, не знаю где-то. Я говорю, нам что-то нужно, перерегистрация? Он говорит, нет. Я говорю, да, теперь вот такое дело, ничего не надо. Я говорю, на этом все. То есть другого не было сказано мне. А теперь, когда я пошел, другие документы идут, да, так, ну они нас никуда не толкают, чтобы должны теперь написать, никак. Поэтому надо быть очень внимательным, осторожным. Даже не я книгу написал, брат, и только фамилию убрать, нас ждет совершенное изничтожение. Вот и все. Они, я-то не могу никуда деть. Это сокровище по всему миру идет, тем более в интернетной версии. И никак. И как, только молиться. Благодарить Бога, и как Богу угодно. Нам сегодня плохо разве? У нас все есть. А у нас никогда не было ни дня в нашей общине, когда бы мы отрицали благодатность Московской Патриархии. Никогда не было. Посчитайте там на столе, на стене кратко о том, как наша община образовывалась. Поэтому я еще повторю, кто близкие вам знакомые, чтобы написали, как они пришли к Богу, как пришли в общину. И лучше, если мне бы на флешке уже напечатанные дали. Так, не писала. А то вот один уже есть, на столе вроде бы писали. Все у меня. Прости, Христос. Аллилуйя. Да, Валентина Павловна. Вот наша сила сидеть спокойно. Да, да. Не дергаться. Прошу прощения, я как женщина голос повысила на Игоря. Прости, брат, я тебя люблю уже. Прости, Христос. Ну, я не читать не будем толкование на сегодняшний день? Да нет. Уже мы говорили. Так, сейчас, значит, будем продолжать. Завершать и будем продолжать в плане того, что дальше песнопение, да, трапеза и занятия. Достойно есть Якова истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы. И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва Отче. Господи,
Научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей. Ты сказал, что мужи поднимали руки во всяком месте, без гнева и сомнения. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его как зиждитель. Ты, Господь наш, знающий все прежде бытия, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими нашу молитву о всех заповедавших на молитве о них. И мы молимся о незаповедавших, отверзи им двери покаяния. Тебе хвала и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат голос Твои, рабы Твои. Аминь. Аминь. Вы уже знаете, оставайтесь сейчас. Если кто хочет посмотреть, возьмите это копию.